Девчонки, привет! Посмотрим, что у нас будет. Окей. Есть ли у нас температура? Окей. Эй! Видишь, проверяют. Окей. Окей. Мне сказали окей. Все. Не болею, поехали дальше. В Японии дождь немножко идет. Так погода хорошая, да, тепло, в принципе. Вообще тут очень интересно. Сейчас, как японцы, еще один способ борьбы с коронавирусом. Едем болеть за наши славные Кто команды. Играет сегодня? Играют три команды России, Япония, Гавайи и Гонконг. И как? Все будут повержены. Как ты оцениваешь шансы нашей российской сборной? Ну, очень неплохо. Я знаю, что ребята готовились. Возможно, будут сложности с форматом, вот этим необычным 3 на 3, но мне кажется, у них есть все шансы. Они крутые или какие у них болельщики, у них нет шансов плохо себя проявить. Спасибо. Приехали болеть за наших. Три команды участвуют, покажи. Три команды у нас сегодня играют. Болеем за наших. Россия! YouTube channel. Yes, I'm creator. Если проиграете, не выложу на канал. Тимур, посмотри в камеру. Все, прошли у нас первые игры. Вот у нас три команды отыграла, две победила, одна проиграла. Первое впечатление об игре. Первое впечатление. Долго входили в игру. Долго входили в игру, какая-то неразбериха началась. Но выиграли в третьей партии. Очень круто, что третья партия играет за 25. Потихонечку поняли, немножко собрались, друг с другом поговорили, так что, думаю, следующие игры будут намного лучше. Да, очень неудобный зал, мячи необычные, но я думаю, ребята наши справятся, и у них будут лишь одни победы. Обязательно. А можно ходить по газону?
В общем, в Японии говорят коронавирус. Представители японские сказали нам на соревнованиях, чтобы мы ходили обязательно все в масках. Мы, конечно, не верим ни в какие вирусы, но чтобы не огорчать наших представителей японским, нам приходится носить вот такие масочки. Yo, what's up, guys? Yeah! Hello! Okay. Yeah! Hi! Hi! Hey, you guys, we are Hong Kong team! Yeah! С кем мы сейчас будем играть? Какая у нас команда? Казахстаном будем играть. Казахстан. Какие у нас шансы против Казахстана? Ну, казахи привезли хорошую команду. Хорошую команду? Да. Много, да, знакомых ребят? Они до половины и были на Кубке нации, но они даже по разминке разминаются не как любители, а определенные профессиональные схемы. Поэтому команда игровая, будет играть. А ты что сидишь? Я размялась. И что? Все, готово. Готово? К чему готово? Готово побеждать на Кубке мира. Кого побеждать будем? Вот тех ребят. Мы сегодня играем с Казахстаном. Казахстаном? Хорошие ребята. Есть те, кто прилетал на Кубок нации в том году, а есть много новых хороших ребят. Ага. А финал кто выйдет? Будет интересно. Я думаю, что второе место тоже хорошее, например, в Японии. Отличный ответ. А то есть мы отомстим, да, за проигрыш финала в Новосибирске? Мы приехали побеждать сюда. Все, только победа. Партия «Автомеханика» против Японии. В том году они играли, наши, к сожалению, проиграли. В этом году будут, я думаю, побеждать японцы. Болеем же за наших, игра очень тяжелая. Но я думаю, наши все равно выиграют. Thank you.
С кем играете, ребят, сегодня? Сейчас будем с гавайями играть. С гавайями? Вчера играли с ними? Да. Выиграли? Выиграли. А сегодня? Выиграем. Красавчик. Привет. О, привет. Как тебя зовут? Мадина. Привет. А ты откуда? Казахстана, город Алматы. Здорово. А с кем играете? Играем завтра с Японией. Играли с Россией и с Кисей. А как ты свои шансы оцениваешь? Мы, конечно, Казахстан рассчитывает на победу. Нужно бороться на каждый мяч. На самом деле все достойные соперники. Россия, Япония, Гонконг. То есть мы вообще под большим впечатлением. А как тебе вообще турнир в общем, организация, сама Япония? Самой Японии мы еще не гуляли, мы гуляли в окрестности. На самом деле город очень чистый, нам здесь нравится, приятно. А организация на высшем уровне. Хорошо, привет, можешь кому-нибудь передать? Да, передаю привет всему Казахстану. Все, да. Давай пятюню.
недавно ко мне подошел один японец и говорит, что у него тоже есть волейбольный канал. Он занимается спортивной медициной. Его зовут Джун. Вот он. Yeah. Привет. Его канал называется Volleyball Pain Clinic. И на этом канале он рассказывает людям, как избежать травм, как лечить спину, как колени. В общем, канал очень интересный. Подписывайтесь на его канал. Очень крутой чувак. Также играет в волейбол. Давайте поддержим этого парня в его начинающем канале. Вот и настал заключительный игровой день. Мы очень рады, что все три команды из России вышли в финал. А сегодня будут просто сумасшедшие игры. Будем болеть и поддерживать наших ребят. Отыграли первую победу в копилочке сборной России. Болеем дальше. Вот и подошел к концу турнир. К сожалению, автомеханика второй год проигрывает сборной Японии. Но ничего, наши ребята все равно очень классно сыграли. Мы их всегда будем поддерживать. Россия вперед!
Вот и подошел к концу чемпионат, который проводился в Японии. У нас 2 золота, 1 серебро. Всех поздравляем с победой. Желаем крепкого здоровья. И не забывайте подписываться на мой канал Titans Volleyball. Всем пока!